К другим темам. Грузопропускная способность ледовой переправы Тобольск-Бекерево через Иртыш увеличена до 40 тонн. Третья полоса предназначена для больших грузов. По ней организации успевают за зимний период перегнать тяжелую технику, перевезти оборудование, продукты, материалы для строительства и жизнеобеспечения населенных пунктов левобережья. В целом работа переправы идет в обычном режиме. Действуют спасательные посты на обоих берегах, ведется круглосуточное дежурство. Специалисты призывают соблюдать тоннаж и правила дорожного движения при выезде на лед.